47 лет подряд проводится Кубок Черное море по вольной борьбе. И я считаю, уже как традицией стало то, что этот кубок, он проводится на спортивной площадке Национального университета Одесская юридическая академия. Неспроста в этих соревнованиях принимают участие самые сильные борцы. И нам, конечно, как от имени общественной организации, очень приятно, что в этих соревнованиях принимают участие воспитанники спортивного клуба «Мангуст», которые всегда занимают весомые, значимые позиции и вываривают свои призовые места.